Всем привет и добро пожаловать на канал «Беседы о русской печке». Предлагаю вашему вниманию одну из многих баек времен Холодной войны. Это произошло, когда между великими странами возник Карибский кризис. Тогда отношения между двумя сверхдержавами были далеки от идеала, и в воздухе витал запах ядерной войны. Помимо запаха летали самолеты, которые периодически устраивали провокации между друг другом. Итак, идут учения в далеком море. В небе летят два советских танкера Ту-163. И вдруг внезапно к ним приближаются два истребителя стран НАТО. Повисают на хвосте и начинают наглеть. Скорее всего, приняли наши танкеры за бомбардировщики. А может, просто решили потрепать нашим пилотам нервы. Пилот одного из нашего Ту-163 включает радиосвязь в открытом режиме и начинает передавать второму советскому самолету. «Кальмар-4. Внимание! Выпускай электронный захват!» Минутная растерянность, потом до ведомого доходит, и из нашего танкера начинает выползать длинный топливный шланг с конусом на конце. Истребители НАТО, естественно, слышат все по радио и недоумевают. «Я Кальмар-4. Выпуск электронного захвата завершен. К выполнению задачи готов». «Кальмар-4. Внимание! Хватай правого!» И тут оба истребителя мгновенно проваливаются вниз на 1,5 километра и уходят подальше от наших самолетов. Черт их знает, этих русских. Вот такая байка. Понравилось? Ставь палец вверх и оставляй свой комментарий. Если вы еще не подписаны на канал, тогда подпишитесь. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Посетите наш магазин фирменной одежды. Огромный выбор принтов на любой вкус. Просто зайди и выбери свой. Ссылка в описании.